Почта-банк появится в России, о его создании сегодня официально объявлено в Москве. Финансовые услуги будут предоставлять прямо в отделениях связи. Теперь даже в самых отдаленных уголках страны клиенты смогут открыть счет или вклад, получить платежную карту, оформить кредит, перевести деньги. Учредителями выступили Почта России и ВТБ. Сделку одобрили Центральный банк, Федеральная антимонопольная служба и Минкомсвязи. Дополнительную прибыль собираются направлять на модернизацию почтовых отделений. Три категории клиентов. Пенсионеры, которые получают пенсию и платят в основном услуги ЖКХ в почтовых отделениях. Это люди разных возрастов, которые регулярно получают или отправляют почтовые отправления или обслуживают свои компании просто на почте. И это все более или более, это современные абсолютно виды услуг, такие как интернет-торговля, которая все в большей степени идет через почту. И мы хотим всем этим категориям клиентов предоставить самый современный, удобный, конкурентный банковский сервис.